Всем приветик! Приятно, что зашли на мой канал. Сегодня будем готовить улиточек к зиме. Значит, нужно помыть контейнеры, поменять кокосовый субстрат, потому что уже мало осталось. Я меняю два раза в год, это вот весна-осень. И покажу, у меня уже где мои малюсечки, уже вот такие большие, подросли. Еще один дополнительный контейнер у меня будет, вот я принесла. Надо их чуть-чуть расселить поменьше. Значит, здесь вот кокосовый субстрат. Я завариваю на ночь, потому что целый тазик надо будет много. А последние разы беру вот такой. Очень мне нравится, он хорошо ломается, и он очень мелкий такой, заваривается хорошо. Там в упаковке 5 штук таких. Ягель наконец-таки пришел, ждала в этот раз как-то долговато, поэтому затянула. Обычно я раньше их в зиму перевожу. И здесь у меня листочки, тут травка сушеная, их тоже немножко размочу, положу. Вот такой вот красивый ягель. Немножко есть мусора, но не без этого. Чуть-чуть. Я его заказываю уже не первый раз, именно здесь. Вот такой вот кирпичик. Сейчас мы его в водичку. И надо размочить. Ссылочки тогда на ягель и на кокосовый субстрат оставлю в описании. Это все я заказываю на Wildberries. Не первый раз, и все хорошее приходит. Я в этом году мха сфагнума не собрала. Как-то уже поздно было, не нашла. Поэтому будет только ягель. Ну, столько, я думаю, достаточно. Он сейчас размокнет и будет такой покрупнее. Сейчас только надо вот иголочки подвыбрать и водичкой залить холодной. Так, дальше мои идут улиточки. Моя пирамидка. Начнем с маленьких. Я обычно, когда мою контейнеры, их всех на крышечке достаю. Они пока погуляют. Пока я буду заниматься. И так, в общем, каждый контейнер. Так, ну вот мои красавчики сидят. Рассада моя. Так, это вот имки маленькие у меня подрастают. Это ретики. Такие красивые. Что такие большие. Это которые были малюськи. Вот они такие клевые. Теперь нужно быстренько вот контейнеры помыть. Вот сколько там осталось земли. А мыть, значит, буду с пищевой содой, горячей водой, и хорошенько споласкивать холодной водой, чтобы, если там что-то есть, какие-то ненужные бактерии, все это хорошо смывается. С моющими мыть нельзя ничего, иначе все хана улиточкам. Мои улитки разбегаются. Вот она. Чудят. Все повылазили. Так хрустят. Мне кажется, даже слышно будет. Моя башня из контейнеров. Улиточки. Разбежались. Так, так, так. Вот это пускай. Что-то огурчик никак не хочет выходить. Сидит, рожки я достал и сидит. Так, здесь малыши мои. Так, ну что, теперь мы наполняем контейнеры. Так, начинаем, наверное,
небольших начнем. Укладываем сначала кокосовый субстрат. Хорошенько только его нужно отжимать. Так, дальше у нас идет мох сфагнум. Я сейчас покажу на одном контейнере, а то мне надо один контейнер пересадить с Гэри, с огурчиком. Тут контейнер нужен. Там мох тоже хорошенько отжимаем. Конечно, в этот раз как-то много колючек. В прошлый раз заказывала, был вообще очень чистый мох. Колючек в этот раз как-то многовато. Тоже отжимаем. Вот такой вот красивый мох. И сюда его закидываем. Гэри и огурчика я помыла. Я всегда их мою после того, как меняю землю. Вот он мой красавец. Гэри. Не бойся, рыбка моя. Красавчик. Ой, ты, боже мой, такой милаха. Ты ж моя рыбка. Любопытная. Так, ладно, сажаем. Пускай он пока мох поковыряет. И огурчик. Огурчик застеснялся. Выходи. Ладно, сейчас выползет, они любят мох, ягель точнее. Такс, ну и таким образом я наполняю все контейнеры. Боже, что здесь происходит? Разбегаются. Аккуратно иди сюда скорей. Так, то они сейчас маленьких, не знаю, съедят они маленьких или нет, но я не хочу их рисковать. Все по домам. Сюда. Так, ты тоже туда бежишь. Эти тоже убежали. Так. Каша мала, куча мала. Так. Сажаемся обратно. Все, продолжаем. Это у меня вупсень. Тоже уже помыла. Красавец. Ну, где твои усики, покажи. Ну, покажи усищи свои. Серьезный такой. Вот они. А пупсень, который жил с ним, его летом не стало. Не знаю, какая причина. Вупсень остался один. Ну, не один, с ним еще Турбо и Обжорка живут. Так, вот это у меня Турбо, улиточка. Не такой, конечно, быстрый, как хотелось, но тоже красавчик. Малышек. Усач. Тоже. Они живут вот вместе. Так, иди ты сюда. Ой. Так, теперь осталось мне еще обжорку помыть. Вот красавчик обжорка. Это Кузьма назвал его так. Вот такой вот. Красавец. Такие они интересные. Рожки такие, ушки. Хмурый. Хмурый. Так, тоже сюда его пока посадим. Пускай посидят. Так, ну что,
осталось помыть малышню. Малышня у меня без имен, потому что я не понимаю еще пока, где кто. Вот у меня молодежь помыли. Их пока тоже в маленький контейнер пересаживаю. Все попрятались. Сейчас повылазит. Вот так. Так, крышечка. Все, пока они пока тоже посидят. Потом покушать еще им надо положить. Так, два контейнера у меня осталось. Это для вот этих хулиганов. Ой, сейчас пойду их тоже намывать. Эти самые грязные у меня. Потому что много сидели в одном. Вот сегодня пересажу в разные контейнеры. Иди сюда. Такой вот. Сейчас будут меня кусать. Вот эти, кстати, кусаются у меня. Может, пока маленькие кусаются. Подрастут, поумнеют. Как ни странно, не кусает. Так, ну, мои малыши уже намыты. Значит, у меня досталось два контейнера. Один поменьше, другой побольше. У меня здесь разные улиточки. Они с одного выводка, но я отбраковки не делаю, поэтому у меня вот какие-то поменьше есть и какие-то вот большие, которые поменьше посажу в маленький. А больших такие чудные, прям вот такие ших-ших-ших. Усачи. А больших контейнер побольше. Красавцы мои. Иди сюда кто-нибудь. Так они даже не взять. Вот иди сюда ко мне. Ой, пищит. Испугался? Надулся. Ну, выходи. Чудной такой. Вот, красавец. Так, кушать мои ребята будут сегодня тыкву с кабачком. А маленьким я еще ставлю дополнительно кальций. Так, здесь у меня огурчик и Гэри. То их еда. Так, это у меня для ребят, для троих. Так, это малышам. Такс. И кальций. Тут еще малышам. Да, контейнер, конечно, маловат. Надо побольше где-то надо и быть. Раньше в фикс прайс продавались вот эти контейнеры, вот эти вот хорошие, удобные. А сейчас там нет таких контейнеров, только вот такие вот средние. Так, уже повылазили, все разбрелись. О, кто это тут усатый? Куда бежишь? Куда бежишь? Ой, недовольный. Так, еще малышам. А, так, этим я кальций не ставлю. Они как-то нормально, им этого хватает. Их не так много, во-первых. Так, еще у меня листочки. Надо немножко листочков тоже положить. Они тоже лежали замоченные. Теперь такие мягенькие. По чуть-чуть. Сейчас их отожму. Куда-нибудь сейчас покидаю. Они уже тут сами разберутся, куда им тут, что с ними делать. Так.
Огурчик Гэри вам тоже. Так, это вот молодежь моя. Пускай грызут. Ай, прилип. Так, и троим. Вот так вот. Ну все, готовы к зиме. Больше я им грунт менять не буду. Ну, только ягель буду доставать, промывать. И забыла еще купить сепию. Сепия у меня крепится вот на таких штучках. Она только у молодежи. Старички ее уже как-то не грызут. Им, наверное, хватает кальция. Так. Ну все, наконец-то я закончила. Вот моя пирамидка. Всего-то 3,5 часа, и все готово. Вот мои улитосики точат теперь вкусняшки. Шаечка. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.